Ты слышал о Скорпионе? За последние 2 года от их рук погибли 126 человек. Скорпион опасно приблизился к нашим южным границам. А это потенциальная угроза. С этого момента работаем только по Скорпиону. У Скорпиона есть 3 лидера, команды которых выполняются беспрекословно. Нам удалось идентифицировать 2 их. Кто третий? Единственное, что мы знаем, его зовут Джонни. Документы по Скорпиону были несанкционированно скачаны с компьютера Союза. Найдите. Пробивайте все отели, хостелы, аэропорт, вокзал и автостанцию. Есть! Мы засекли Салиева. Он сел на рейс Шымкент-Рабат. Судя по времени, он должен быть уже в Марокко. Вас все ищут. Нужна ваша помощь по Скорпиону. Нам удалось установить личность Джонни. Мне это не нравится. В Калистане собираются вожди местных племен. Это как-то связано со Скорпионом? Работаем. Мне нужен вертолет. Я 3 ваших людей. Дайте мне шанс. Sky is not so simple.